Всем самый добрый день. У нас сегодня 3 ноября. И вот нижние лимоны на моем маленьком дереве уже поспели. Посмотрите, какие они огромные. Я сегодня буду срезать один лимон и хочу сделать видео, показать вам, какой он у меня внутри. Срывать я буду сегодня вот этот нижний лимон. Он, по-моему, уже готов. И буду разрезать его. Сначала взвешу и будем пробовать. Вот такой лимон. Вот так он выглядит на моей руке. Он просто огромный. Ой, тяжело держать. Сейчас иду взвешивать. Когда я делала обзор сада, многие мне в комментариях писали, что это не лимон. Я хочу, вот нашла бирку от этого лимона. Она была прикреплена к дереву, когда я покупала. Этот лимон называется Пандероза. Его сейчас выращивают во многих странах, даже в России выращивают в комнатных горшках. Это лимоны-гиганты. Они отличаются от обычных лимонов, ну, во-первых, размером своим, во-вторых, у них намного меньше кислотность, чем в обычных лимонах. Но эти лимоны толстокорые. Как пишут в источниках, то эти лимоны вырастают до 1 килограмма. Вот такой у них бывает вес. Но я сейчас хочу, перед тем, как взвесить вам, хочу вот показать лимон. Положу сейчас обычную вилку к нему. И у вас, наверное, возникла какая-то цифра, сколько может весить этот лимон. Напишите, пожалуйста, в комментариях то, что вы подумали первый раз о весе этого лимона. Я вам обязательно сейчас взвешу и покажу, сколько он реально весит. Мне очень интересно, насколько у нас будет отличаться разница в весе. Конечно, он тяжеловатый, с обычным лимоном не сравнить его. Вот, кто хочет подробно почитать об этом лимоне, вот лимон Пандероза, пожалуйста, находите в интернете, в других источниках и читайте. Взвешиваю лимон. 1, 2, 3. 1 килограмм 405 граммов. Вау! Вот это лимон. Я думаю, что, по крайней мере, я такой огромный лимон увидела первый раз в своей жизни. Может быть, кто-то из вас видел подобные лимоны. Тем более, это лимон, выращенный в моем огороде или в моем саду, можно так сказать, в моем тропическом саду. Сейчас разрежу лимон и попробуем, что реально у меня выросло в огороде. Сейчас буду пробовать. Хочу вот этот тонкий. Могу сказать вам, что на вкус он практически такой же, как обычный лимон. Я его съела с огромным удовольствием. А теперь скажите, что можно сделать с таким огромным лимоном? Что буду делать я? Первое, что я сделаю, это я с лимона сниму цедру и в пластиковый контейнер или в пакет для заморозки и в морозилку. Когда нужно, я ложечкой оттуда набираю цедры, сколько мне надо, и использую для приготовления блюд. Из самого лимона я выжму сок. Есть лимонный сок, я замораживаю, и он у меня замечательно хранится в морозильной камере. Для этого я использую вот такие небольшие формы для заморозки. Они у меня вот такие выдавливают именно шарик этот. И я наливаю сюда по половине, это будет чайная ложка, или полная, это будет столовая ложка. Как только замерзнут, я пересыпаю все в пакет для заморозки, и у меня эти шарики хранятся в морозильнике. Когда нужно, я использую. Сегодня я поделилась с вами обзором, сбором моего первого урожая гигантских монстров лимонов. Буду ждать ваши комментарии. Напишите мне, пожалуйста, какой вес вы предполагали в моем лимоне. Буду рада, если вы поставите мне лайк и поделитесь со своими друзьями. Мне будет очень приятно, если вам понравился этот обзор. До новых встреч с вами, до новых интересных и вкусных рецептов. Всего доброго!